Итак, дорогие друзья, крещенская сотня, называю ее так. 75 попыток позади, среднее время 23:47 пока что. Остается 25 попыток. Поехали. И опять первая попытка. Ну, точнее, она не первая. Вот в этом видео она первая. Так она 76-я. Она становится неудачной. Как и в прошлый раз. Мне тут звонили. Пока что перезванивать не буду. Чуть попозже перезвоню, когда закончу. 33:85, кстати, результат. Еще очень неуверенно я собираю верхним хватом. Поэтому вот такие ошибки у меня проскальзывают. Угу. Двадцать шестьдесят пять. Л штрих. А вот здесь все-таки рискну с желтой. Двадцать семь шестьдесят три. Тоже неудачно. Угу, с белой. Двадцать шесть. Тоже неудачно. Угу. Так.
А здесь что делать? Ну, то, что с белой, это однозначно. Двадцать девяносто один. Б штрих. F2, R2, D2, B, L2, U2, F, R2, F, L2, U штрих, F штрих, L штрих, R штрих, D штрих, U, B, U штрих, B, L2. Угу. Попробую с желтой. Угу. Угу. Хорошо, есть. Двадцать пятьдесят. Есть. Дальше. Угу. А вот тут 25-16. Неудачно. Угу. С белой начну. Двадцать один сорок четыре.
21-25. У R штрих, B штрих, D, B2, R штрих, F штрих, B штрих, R2, L2, F2, U, L2, D штрих, B2, U, L2, D штрих, R2, D2. Угу. Пробую с белой. Двадцать два сорок семь. У штрих Б два, Б два, Л два, Р два, Д штрих, Б два, У два, Б два, Ф два, Д штрих, Л штрих, Ф, Л два, Р два, Б два, У два, Р штрих, Б штрих, Д штрих, Р. Так, ну если начинать с белой, то да, тут все элементы в неправильном порядке стоят. Абсолютно. Поэтому придется делать много ходов, при этом двойных. Ну ладно, чё ж. Да. А вот теперь 26 секунд. Плохая попытка. Поехали с белой. Двадцать три тридцать три. Так. Поехали. Угу. Ой, вот это да. Вот это да. Очевидно, что еще одна провальная попытка сейчас будет. Да, еще одна провальная попытка. 38-0-0. Просто, ну, ошибся везде, где только можно ошибиться. На кресте несколько раз. В общем, все не очень хорошо. Ладно. D2, R2, D, F2, U, B2, R2, U штрих, F2. Поэтому я и пытаюсь определить именно среднее время. Мне не столь важно лучшее, мне важно именно среднее, с учетом всех этих ошибок. На скрамблинге тоже путаюсь. Так.
Ну, хорошо, пробуем. Ой-ой-ой. Да. $24.84. Опять ошибка на кресте. И на OLL я сегодня тоже много ошибаюсь. Так, что я вижу? Мне уже как по традиции больше нравится то, что происходит на белой стороне. Поэтому с белой буду собирать. А, ну тогда получается, блин, тогда получается все неправильно. Ладно, буду экспериментировать. Двадцать 5 секунд. Эх. Много ошибок на крестах в последнее время. Ну тут все однозначно, тут надо с желтой начинать. $13.87. Просто лучшее за все времена, наверное. Верхним хватом. $13.87. Это точно мой рекорд верхним хватом. Боковым у меня рекорд 12. Ну, а верхним вот теперь новый. Но хочется, конечно, чтобы уже скорее я побил свой вообще рекорд не только по верхнему хвату, ну и вообще. И хочется, чтобы этот рекорд уже наконец-то был меньше 10 секунд. Но сейчас повезло. У LL Skip лямбда. И, в общем, все срослось, все пошло как надо. 13.87. Лучшая попытка сегодняшнего дня и лучшая попытка в моей жизни, которую я когда-либо сделал верхним хватом. OLL Skip мне в этом помог. Девяносто вторая попытка стала для меня столь успешной. 13.87. Кстати, очень легко запомнить, потому что 13 плюс 87 равно 100. Вот. Таким образом, иногда я запоминаю числа. Так, что здесь делать? Ну, не самый оптимальный крест, так мягко говоря. Ладно, что-нибудь придумаю. Угу. $21.13. FR2F2U D2L B' U' L2 B' L' F2R F2 R2 L B2 B2 R2 D2. Вообще такие попытки, как 13.87, очень сильно мотивируют, стимулируют к еще большим тренировкам, потому что, ну, для меня сейчас это успех. Так.
Угу. Что делать-то? А вот теперь 28 секунд. Теперь неудачная попытка. И средняя у меня получается пока что 23,67 после 94 попыток. Так. По идее. Ну да. Вот этот PLL семерка, который мне сейчас попался, терпеть его не могу, потому что я постоянно на нем делаю двойной перехват. Приучился я неправильно делать PLL, и теперь от этого страдаю. Но ничего, переучусь и буду делать гораздо быстрее. Смотрим. А что тут смотреть? Тут все понятно. Угу. Еще один двойной перехват. Неудобный, неудачный. Но 21-24. После 96 попыток. Б штрих, Л2, Б, Р2, Д2, Б, Л2, Р2, Д2, У2, Б2, У штрих, Ф штрих, Р, Б2, Д2, Л штрих, Ф2, Д, Б, Ф2. Мне все нравится сразу. Угу. Две тысячи восемнадцатый год, получается. Чемпионат мира по футболу в России будет в 2018. Д штрих, Б2, Д, Б2, У штрих, Ф2, Р2, У2, Ф2, Л2, У2, Р штрих, У2, Ф штрих, Л2, У штрих, Б, Д, Р, Д, Б штрих. Хорошо. С желтой лучше не начинать сейчас. С белой надо начать, но только как? Оранжевая, потом зеленая, потом синяя, наверное. Нет, оранжевая, красная, зеленая, синяя. Вот в таком порядке. Двадцать два девяносто семь, и это 98-я попытка. Остается еще две. Д штрих, У два, Л два, У два, Ф два, У штрих, Р, Ф штрих, Л, Ф, У, Б, Л два, Д, Р, Д два.
Ладно. Вот это нифига себе. Двадцать восемь пятнадцать сразу ухудшается средняя. Это попытка 99-я. Кстати, в этой сотне пока что без ДНФов, без штрафов и без всего остального. То есть все вроде нормально. Сейчас остается последняя попытка, перед которой среднее время 23.65. Это однозначно лучше, чем в прошлый раз. В прошлый раз было 24.24 среднее. Напомню, что это было неделю назад. Д2. Хорошо. Смотрю, понимаю, что... Двадцать четыре шестнадцать. Ну, в общем, практически ничего последняя попытка не изменила. Среднее время 23,65 секунды после этой крещенской сотни. Следующие 100 попыток будут на еще один праздник. И хочется верить, что тогда уже среднее время будет, ну, желательно меньше 23 секунд. 22 пусть будет. А лучше 21. Но сегодня вот... Цель однозначно выполнена, потому что, во-первых, и среднее время улучшил, во-вторых, поставил рекорд верхним хватом. 13,81 секунды. Вот. Ну что, мне звонят, поэтому всего доброго.